Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stick War Legacy. Ну что, у нас две новенькие, свеженькие миссии. Поэтому сейчас же мы начнем их проходить. Так, 265 и 266. Поехали. Так, пережить ночь, пережить ночь. Я возьму, наверное, сразу хард. Ох ты, 16 очков. Ну, что-то тут, ребят, наклевывается. Жесткое, походу, дело. Так, великана, наверное, еще прокачаю. Ну что, я типа готов. Выбрал уровень сложности хард. Угу. Что-то мне это знакомо. Причем до боли знакомо. Молния, меч. Интересно. Девки пляшут. Пережить ночь. Вообще-то, когда мы переживаем ночь, у нас не должно быть вот этих вот баррикад. Это для чего они сделаны? Хм. Интересно. Вдруг мне стало. Неужели зомби? Так точно, идут зомби на нас. Идут на нас зомби. Так, ну эту баррикаду они будут очень долго ломать. Может быть, я даже еще успею призвать себе великана. Мне главное, знаешь что, чтобы они здесь не накопились. Если здесь накопится очень много, это будет плохо. Сколько у меня добытчиков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, ну в принципе нормально. С добытчиками все норм. О-оу. О-оу. Давай великана закажем. А сейчас, наверное, еще и прыгуны всякие побегут, да? Вот наверняка побегут прыгуны. Я лучников, не знаю, ребят, стоит ли мне их брать или нет. Нет, я все-таки буду мечников брать. Да, ломают они, конечно, преграды на изи. Ё-моё. О-ля-ля, что происходит-то? Ребят, что происходит? Давай-ка я, наверное, на опережение, что ли, пойду. Они по 15, мы по 42 атаки наносим. Сейчас схлестнемся. На тебе. Давай, 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 давай. Блин, жесть какая-то. Лучников, наверное, надо было здесь все-таки прокачивать. Пока идут обычные зомби, но мне кажется, что здесь будут и бегуны, и прыгуны, и все прочие, прочие, прочие. Ё-просто. Давай-ка, наверное, еще двух добытчиков сделаю. Так. Вроде пока держимся. Я еще одного великана все-таки, наверное, закажу. Или что? Нет, великана все-таки. Закажу великана, ребят. И лучников. Так, давай отступать. Подожди, а это что? Это что за... А что это за зомби такие? Можно мне объяснить? Они что, неубиваемые или что с ними? Да нет, убиваемые. А почему же тогда... То, что их так много, что ли? Т
так, я так понимаю. Именно из-за того, что их хоть так много, мы не могли здесь пробиться. Да ну нафиг, вы чё? Они просто, ребята, меня сминают. Йо, куда нафиг? Что мне там дали? Меч? Как это сейчас все будет выглядеть? Так, мои мечики их сзади со спины бомбят. Ну? Фьюх. Да, ребята, было потно. Но мы справились. Трэш, конечно. Ну, слушай, на невозможном, мне кажется, я не смог бы пройти. Они меня просто раздавили бы. Так, уничтожить статую врага. Опять же, попробуем на уровне хард. И вот здесь, конечно, маловато у нас улучшений. Естественно, ребята, я прокачиваю мечника. Спросишь, почему? Я тебе отвечу. Потому что это единственный юнит, который у меня имеет фуловую броню. То есть лучшую броню, которая здесь есть в игре. Поэтому я его и беру и прокачиваю. Да, золотишко-то, конечно. Ладно, давай потихонечку строить армию. Так. Ты серьезно? Копейщики? В топовой броне? Опа. Это будет... будет жестко. Пойти, что ли, шугануть его? Давай проверим, насколько у него тут мощный этот копейщик. Ну? Так, у него там еще и лучник выполз. Вот ты представь теперь. Давай, 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 давай. Уходим, 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 ребята. Но все равно я считаю, что было нормально. Нормально мы ему тут нервишки покомпенсировали. А, два лучника идут. Пойдем лучников атаковать. Конечно, они сейчас тут нас поуничтожают. Я их буду сейчас вот так вот потихоньку-потихоньку доставать. Они убегают, и мы уходим. Оптимальная тактика, да? И вот таким макаром будем их доставать. Не дадим им тут золото добывать. И сами будем, как говорится, развиваться. Давай, 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 родные мои. Были бы лучники, мы бы из лука бы их, наверное, уже расстрелять бы могли. Но, как видишь, лучников нам здесь не дали. У нас здесь маг и великан. Ну давай, иди сюда, хламонище. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Мне нужно 50, чтобы была армия 50. Только после этого можно будет на них нападать. До этого не вижу смысла.
Да и работяг как-то маловато. Давай-ка еще двух закажем. Блин. По чуть-чуть все-таки успели там копнуть. Золотишко. Вот тырки несчастные. Ну что? О, о, уже лучник готов. Накопили себе на лучника, да, я так понимаю? Уходим, 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 ребята. Ну, сейчас было нормально, я у него, смотри-ка, сколько поуничтожал. И это в основном были рабы, да? Добытчики. Ну что, осталось совсем малька. И я готов, в принципе, контрнаступление делать. Нет, только такие замахнулись киркой. И все, и сразу же их на шугаре. Все, ребят, я готов. Ровно 50. Сейчас пойдем мутузить. Блин, лишь бы там у них великана не было. Это будет, конечно, труба. Все, больше не будем сворачивать. Идем уже в наглую, напрямки. Напрямки и бомбим по базе. Что-то мне подсказывает, сейчас мы тут разнесем в хламину просто их. Да, на изи. Так, мы еще и сундук с тобой заработали. Вот что я хочу сказать. Ну что, 266-я миссия у нас, друзья мои, пройдена. Можно мне сундук забрать? Пожалуйста. Я хочу свой сундук. Вот он. Открываем. Смотрим. Да. Не совсем то, что я хотел. Не совсем то. Вообще не то, если честно. Вообще не то. Ну что, друзья, две миссии мы прошли. На этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.